Так, также спускаемся аккуратно. Ну, вот видите, тоже уже обваливается вот эта вся херня. Видите? Видите? Так, тут вообще... Нет, тут ничего, тут уже можно даже по-быстрому пройтись. Тоже балкончик. Не, ну забор какой высокий. Та же терраса. Интересно пойти посмотреть двор. И тут джакузи, представляете? Тут тоже стоит джакузи. Да, то есть это большой дом на две семьи. Большой дом на две семьи. Все зеркально, все одинаково. Что в подвал нету смысла идти. О, тут камин я вижу уже целый. Сейчас вам покажу. О. Ну, я думаю, так как эта дверь с той стороны, как мы только заходили, она закрыта. Заварено. Тут, смотрите. Тут, в принципе, и пол, плитка. Это же дорогая. Как она называется, это материал этот? Напишите в комментариях. Ну, тут кто-то вот пытался что-то разбирать. Вот, смотрите. Камин, все. Рабочий, тут даже кто-то топил. Ну, смысла, правда. Окна кругом открыты. Да, красота.
давайте вам по-быстрому подвал тут еще покажу. И второй гараж. Ну, вам покажу и себе. Ого, тут зеркало даже целое. И банька тут, смотрите, тут уже более-менее целая. Видите, как должно быть? Лежачки специальные. Так. А это шахта, там где лестница. Поддон вот такой металлический, углубленный. И тут тоже. Так, ну что, ребята, идем во двор. Вообще здание затекло такое, капец-капец. Что тут вообще происходит? Через окно. Так, вот так выглядит дом с этой стороны. Вот. Фух, а жарковато. Вау, смотрите, что тут. Металлическая какая-то штука, дверь. Дверь, и что тут? Где наш фонарик? Может, в этом месте живет дух какой-то? Пауки тут только живут. Как-то тут не очень хорошо. Фух. Так, как мы видим, ведут ступеньки кругом. Какие-то растения еще пооставались. О, смотрите, друзья. Тут настоящий бассейн есть. Вы только посмотрите. Вы посмотрите, тут настоящий бассейн.